Привет, товарищи бухгалтеры и предприниматели! Меня зовут Ульяна Дюжикова, и я специалист по кадровому делопроизводству в компании MyBuch.kz. Предлагаю поговорить о приятном. Поскольку к концу текущего года уже начинается составление графика отпусков на 2022 год, можно заранее спланировать свой будущий отпуск с учетом официальных дней отдыха. Сначала расскажу о перенесенных днях отдыха в связи с совпадением праздничных дней с выходными днями. Перенос затронет март и август. Так будут перенесены дни с субботы 5 марта на понедельник 7 марта. С субботы 27 августа переносится на понедельник 29 августа. С учетом утвержденных переносов в 2022 году казахстанцам удастся отдохнуть 3 или даже 4 дня подряд на все праздники. Так, при пятидневке отдохнуть можно будет в январе 4 дня на Новый год и 3 дня с учетом выходных на Рождество. В марте 3 дня на Международный женский день и 5 дней на Наурыз с 19 по 23 марта включительно. И 1 и 2 мая на праздник Единства народа Казахстана и 4 дня на День казахстанской армии и на День Победы с 7 по 10 мая. В июле 1 день на День столицы 6 июля и 1 день на Курбанайт. В августе выпадает 3 дня с учетом выходных на День Конституции, это с 28 августа по 30 число включительно. И в декабре 1 день на День первого президента, 1 декабря, и 4 дня на День независимости с 16 по 19 декабря включительно. По-моему, это была та информация, которая не может не порадовать и заставляет начать планировать отпуск уже сейчас.